Добрый вечер. Я рад, что вы пришли в этот замечательный клуб, в этот прекрасный вечер. По какому поводу вы, наверное, уже прочитали в средствах массовой информации. Но для меня радостно и вас увидеть, и встретиться со многими друзьями, известными и знаменитыми легендарными музыкантами, с которыми я дружу уже минимум, как выяснилось, 20 лет, а с некоторыми гораздо больше. Но по ходу пьесы я буду об этом рассказывать. Начинает концерт небезызвестная группа «Квадро», которые сегодня участвуют. Бас-гитара Алексей Лебедев. Барабаны Руслан Капитонов. На саксофоне играет Святослав Текучев. Мы сыграем две композиции. Первая для зарядки, для подъема, для поддержания праздничного настроения. Она написана в тональности ля мажор. Как вы знаете, это непростая космическая тональность, космическая радость. Композиция называется «Русский фанк». We'll be right back.
Ильяша Лебедева. И закрыли с самого начала. Ну, собственно, что тут такого? Я так понимаю, что это все практически наши друзья, наши близкие родственники по духу. Итак, на контрасте мы хотим сыграть лирическую пьесу, которая называется «Баллада дождя». Thank you.
Бекучев. Сейчас я хочу пригласить на сцену моего сына, которого зовут Игорь Горский. Как вы знаете, с Игорем мы не только играем вместе, с Игорем мы не только записали сольный диск, который называется «Шкатулка сюрпризов», но периодически мы играем дуэтные концерты, ездим по стране. Сделали очень интересную работу, Игорь там делал аранжировки. Там принимал участие Игоря коллектив, который называется «Чистая музыка». Этот альбом называется «Шопен в Африке». Это наши обработки классической музыки. А сегодня мы хотим сыграть вместе с Русланом Владимировичем Капитоновым композицию, которая называется «Испанское настроение». Thank you.
Миронов играл на восточном барабане Даргуга. Сейчас мы сыграем веселую композицию, которая называется «Свежий квадрат». Thank you.
Шевчук. Зуфанчик. Алексей Валентинович. Спасибо. И сейчас я хочу пригласить на сцену замечательную певицу, замечательного человека, который много внес вообще в нашу культуру. Это Этери Пиряшвили. Я очень рад, что Этери сегодня вырвалась из череды нескончаемых концертов, презентаций, журения. Этери теперь часто сидит в жюри. Но это твое слово, это у тебя на Фейсбуке написано, это же не я. Это ты написал, это я цитирую просто. В общем, Этери настоящая звезда, в полном смысле этого слова. Она поет в разных стилях, она поет и такую классную фирменную рок-музыку, поп-музыку, джаз, этнику. И мне очень радостно, что мы Этери в 2007 году записали дуэтный диск, который называется «Why Not?». И периодически сотрудничаем, и вот не далее, как полгода назад, сделали дуэт. И очень успешно выступаем с этим дуэтом. А дальше скажет Этери. Она гораздо лучше, чем я, говорит. Это был практически тост. Предлагаю налить. Слава, спасибо огромное за то, что мы появились друг другу в жизни. Я никогда не забуду наши первые дни сотрудничества, когда фактически мы оказались на одной волне. У нас оказалась одинаковая любимая музыка. И я была достойна чести записать твои композиции и с наслаждением дальше просто ознакомиться со всем пластом творчества. Это, мне кажется, вот Вячеслав Горский – это один из самых плодовитых джазовых музыкантов, который выпускает, в принципе, каждый год делает такой отчет в виде композиции. Я был тебе творческого плодовитого. Выпустил, получается, что не каждый год. Я даже одного еще не выпустил, поэтому я от всей души желаю, чтобы коллекция эта для тех, кто собирает, коллекция пополнялась. Я среди них, мне даже все 25 нет, но, по-моему, где-то 7-8 где-то есть. Где-то 70. Поэтому с большим удовольствием, я не знаю, с чего мы начнем. Неважно. Что такое? Неважно. Знаете, в качестве эксперимента, я тоже очень люблю экспериментировать, и Вячеслав тоже оказался таким страшным экспериментатором, мы решили посягнуть на святое, на классику, более того, скажу, на Баха. И сейчас вы прослушаете композицию, которая называется «Spring», и Вячеслав Горский написал текст этой композиции, которая на протяжении веков звучала инструментально. 21 век внес свои коррективы. Инструментальная композиция Иоганна Себастьяна Баха называется «Ария на струне соль». Это демонстрация этой темы. Прозвучало. Эту композицию мы записали первый раз в 2007 году. Я тогда сделал аранжировку в стиле R&B. Это было совершенно неожиданно, но очень интересно. И вот не далее, как полгода назад, мы записали на наш последний диск, который называется «Удивительный город». И там мы сыграли эту композицию более камерном таком варианте с роялем. А сейчас эта композиция прозвучит с группой «Квадро». Итак, Этери Пиряшвили.
Сейчас будет премьера. Вот мы решились спеть мою новую песню, которую я подарил Этери. И мы надеемся, что у нее счастливое будущее. Эта песня называется очень просто «Je t'aime». Спасибо большое. Песня уже горячо любима всеми, кто впервые услышал эту песню. «Любовь с первого». Любовь с первого взгляда, нет, не взгляда, с первой ноты, да, совершенно верно, спасибо большое. Любовь с первой ноты. Я знаю, что сейчас происходит трансляция, интернет-трансляция нашего концерта, и для всех тех, я просто знаю, что там по ту сторону экрана интернета сидят, вот добро пожаловать, какая большая делегация. Вы как раз успели на самую трогательную песню. Есть поклонники, Вячеслав, твоего творчества, и... Поклонники этой песни конкретно. Жутен. Thank you.
ты снова спросишь, что же со мной после Парижа? Я не увижу, ты далеко, но слова твои все ближе, ведь ты дал мне счастье любить и свободу. Потому что я эту песню играл очень-очень давно, совершенно по-другому это было, это старый очень хит, но сделано сейчас в современной такой аранжировке, ближе к стилю фанки. Песня называется «Луи-Луи». Друзья, это та песня, где просто необходимо ваше самое наиактивнейшее участие. Припев очень простой. Луи-Луи-Луи-Луи. Это имя молодого человека, о котором, собственно, вся песня. Луи-Луи. Ну, на первом припеве порепетируем, на втором уже споем. Thank you.
Лебедев. Руслан Владимирович Капитонов. Вячеслав Горский. Это всего лишь антракт. Оставайтесь с нами. Дальше будет просто... Спасибо огромное. Немножко отдохнем и вернемся. Мы любим вас. Итак, мы начинаем второе деление нашего концерта. И сейчас сразу будут выступать гости. Две очаровательные женщины. Мама и дочь. Обе они очень известные. Олеся. Это мама замечательной певицы. Олеся потрясающая пианистка. Она принимала участие в клавишном шоу, которое я делал еще лет 15 назад. Она импровизировала что-то на стыке классики, джаза, авангарда. Это было совершенно потрясающе. Теперь она мама троих детей. Все они едут по всему миру, лауреаты разных возрастов. И вот старшая дочь, очень известная уже в Москве, в Европе, певица, зовут ее Александра Шерлин. Они исполнят в дуэте две композиции. Олеся Шерлин и Александр Шерлин. Сура сама объявит композицию. Славочка, дорогой, мы тебя поздравляем от всего нашего многочисленного семейства. Шерлингов, мы тебя очень любим. Ты невероятный, талантливый. Чудесная душа, цвети, работай, твори, на радость всем нам. Целуем, обнимаем, обожаем. Я ко всему абсолютно присоединяюсь. А сегодня, да, и спою обязательно. Сегодня мы приготовим необычную программу, и она будет состоять из двух произведений. Первое – это «Carpenters Sometimes», и вторая – это Carol King, You've Got a Friend. Мы очень редко это исполняем, и сегодня специально для Славы мы решили исполнить именно эти произведения. Нам... Thank you.
Сейчас будет такой небольшой инструментальный момент. Мы хотим сыграть композицию «Грёзы любви», в которой участвует Игорь Горский. Я прошу его выйти на сцену. Потом будут сюрпризы, от которых вы, я думаю, придете в восторг. Просто стали подъезжать мировые звезды, я сам даже не поверил. Итак, звучит композиция для прекрасной половины человечества, которая называется «Грёзы любви».
Игорь Горский. Сейчас на сцену выйдет потрясающая певица, с которой мы очень много знакомы, дружим. Она когда-то пела в ансамбле «Лига блюза». После этого она уже стала лауреаткой многочисленных конкурсов по всему миру. Она преподает вокал, она работает с двумя своими собственными коллективами. Это уникальная совершенно певица, замечательный человек, красавица Маша Кац! Добрый вечер. Спасибо большое, так меня представили, здорово. Я тебя люблю, я тебя поздравляю. Давайте не забывать, что сегодня мы должны выпивать за здоровье именинника Славы. Спасибо. Так что давайте, наливайте. Знаете, что я хочу сказать? Мы можем не видеться годами, мы можем даже не созваниваться, не списываться. И в один момент по любому щелчку, по любому звонку, просьбе, просто пошалить, что-то вот такое сделать, поэкспериментировать, мы моментально можем это сделать. Я так благодарна тебе за это, за вчерашнюю репетицию нашу с тобой. Это было очень тепло и трогательно. Мы же музыканты, вы же понимаете, что мы любим это все больше всего на свете. Но мы не любим репетировать. Да. Мы счастливы тем, чем занимаемся. И надеюсь, и вам тоже от этого хорошо и светло. Поехали? Hi.
поехали. Отлично, поехали. Вдарим по блюзу, правильно? В этом породе. Ну, я думаю, вы знаете, что надо делать.
Это Андрей Давыдян! Андрей не просто очень классный мой друг, которого я люблю, и мы с ним знакомы, даже неудобно сказать. Ну, то, что больше 30, а может быть даже где-то и 40, хотя нам всего 43. Андрюша, добрый вечер. Всегда был легендой, а теперь абсолютно любимый всеми. Я очень люблю этого человека, десятилетия дружбы, они так или иначе связывают, и здесь в зале еще тоже есть некоторые люди, которые вот сейчас мне показывают, дают знаки, вот, они тоже причастны, между прочим. Но так получилось, что кто-то исторически приплыл, кто-то не доплыл, кто-то еще плывет. А мы приплыли уже давно. Туда, куда мы сейчас вот все в том маленьком, как это называется, гавань маленький, да, это не я сказал. Давно уже здесь какое-то количество людей. Тех, кто очень любит музыку, и сегодня я вижу, что этих таких радостных людей в зале очень много. И я вам очень признателен, это здорово, это наполняет, вообще помогает нам всем жить. И я рад, что это происходит в моем любимом городе, Москве, где я вырос, где мы все, собственно, живем. Спасибо вам, что вы пришли. Поздравить вас этого великого дядя. Just ignore the sweet sound, babe.
Kentucky, в Джорджии. I'm a Georgia, it's all in you, girls, as sweet and clear, snow like blue. Хочет внести
Сейчас включится, да. сейчас будет импровизация полнейшая. Да. А мне не надо эффекта, я и так эффектная.
Супер дуэт! Андрей Рубян! И Маша Кац! Завтра вылетаем в Сидней. Thank you.
Почему? Потому что после нашего концерта здесь еще состоится какой-то концерт. Вы, наверное, можете на него пойти, но я, к сожалению, устал немножко. Это только по поводу концерта. В заключение нашего концерта мы сыграем композицию, с которой я начинал когда-то свой творческий путь. Подобрал ее на слух, услышал эту 45-ку группы Purple Harum. Я учился в 8 классе, она мне очень понравилась, после этого я начал интересоваться этой музыкой. Эта музыка оказалась классик-рок, потому что, как впоследствии выяснилось, заглавная тема там, написана Иоганном Себастьяном Бахом. Ну, об этом не все знают, но я это, в общем-то, выяснил и знаю наверняка. Неважно, эта вещь стала хитом. И в 20 веке она стала второй в популярности после песни Yesterday группы Beatles. Эта композиция называется The Whiter Shade of Pale. Слава.
Славик, звукорежиссер, дорогой, чуть-чуть мониторчик на ее добавь. Тут вот очень громко, а меня почти не слышно.
Козлов. Руслан Капитанов. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы пришли. Мы вас любим. Спасибо, группа. Спасибо. Тут неожиданное предложение. Приехал еще мой большой друг, замечательный пианист, аранжировщик, человек, который сделал очень много для коллектива Сергея Манукяна и для Андрюши Давыдяна. И вот он приехал, освободился, и, естественно, как же может такой концерт закончиться вот так неожиданно? Сейчас выходит Андрей Давыдян, Арам Зурабян.
И все время забирайся на эту гору, мы за тобой будем поспешать. Вячеслав Горский, он же, так сказать, и на низменности к нам тоже втыкает, как надо. Афоризмом не пышет. Вот и все. И будь здоров. Ну, сыграй что-то людям, что ты стоишь в Нью-Йорке? Он не может играть. Да, не выстрел машин. Никогда не играл. Он выстрел машин. Ему казалось, что он играет, а играл. Это песня или всех. Пел, это песня всех времен народа. Или барабанщики, которые были здесь, они все говорят: Слава, ты играешь или нет? Он ездил на гастроли, на какие? Где эти гастроли? Но я знаю, на каких гастролях он был. И с какой командой он работал? Была великая группа «Квадро», которой мы завидовали. Мы все, кто слышали и приходили на концерты, всегда очень сильно, по-дружески абсолютно, с белой завистью относились к тому, как четко все было распланировано, потому что у нас все по распорядку. У нас отбой, прием пищи. Дальше все уснули, встали на репетицию и так далее. Это смешно. Но не совсем. Есть порядок, друзья. И порядок – это главное в нашей жизни. Порядок в музыке и в голове – это главное. А у Славы все в порядке было. И с порядком внутри, и с потрясающей головой композитора. Сейчас мы просто маленький кусочек, и все, сарамов, потому что тысячелетия мы вместе. Everything must change. Nothing stays the same.
Что я хочу сыграть. Вот совершенно неожиданно пришла такая идея сыграть композицию, которая как бы явилась отправной точкой в моем творчестве. Это первая пьеса, которую я написал в ансамбле «Арсенал». И мы ее буквально на следующий день исполнили. Нам настолько понравилось Алексею Семеновичу Козлову. Он говорит, не надо тут духовых, и даже я не буду играть на саксофоне, синтезатор. У меня был тогда одноголосный синтезатор, на нем даже аккорды нельзя было играть. Такой интересный тембр. Гитарист играл на акустической гитаре, и Ахмед Гареев, Вадик Ахмед Гареев играл на тромбоне. Такое было трио камерное. Мы ее несколько лет исполняли. Вот я вспомнил эту вещь, она называется «Прелюдия в ми-миноре».
Спасибо. Спасибо огромное. Вы не представляете, как это приятно. Видеть ваши глаза, слышать ваши аплодисменты. Ведь музыканты, артисты живут именно для этого. И свое сердце, свою душу отдаем вам. Я вас люблю, приходите на наши концерты. До свидания!